году мало того, что опоздала, так еще и обрекает нас на пополнение гардероба теплыми вещами вместо ярких красивых платьев. От последних настоятельно рекомендую не отказываться, а находить способы выгулять любимый наряд. Один из классических хитов лета – объемная джинсовая куртка. В этом году она может даже достигать размера плаща. Что только на руку тем несчастным, кто так и не прочувствовал теплых дней. Под оверсайз джинсовку можно надеть легкое романтичное платье, которое подчеркнет изящность своей владелицы. Хоть бельевой стиль и сдает свои позиции, летом это по-прежнему один из самых частых нарядов. Чтобы носить любимый предмет гардероба в любую погоду, комбинируем с футболкой, а в качестве теплого дополнения носим со свитшотом. Альтернативным аутфитом может стать сочетание юбки и блузы, но подстраховаться от непогоды поможет длинный кардиган крупной вязки. Он станет долгосрочным вложением, так как прослужит и в холодное время года. Останавливаем выбор на ярком цвете, который поднимет настроение вне зависимости от погодных условий. Носить летом кожанку совсем кощунство, но если погода не позволяет выходить на улицу, не накинув хоть что-то на плечи, отдайте предпочтение лакированной куртке, она легче, тоньше и позволит разнообразить гардероб. Если вы предпочитаете комфорт, отказываться от платьев не стоит. Остановите свое внимание на трикотажной модели в комбинации с бомбером. Удобно и практично. Чтобы сделать аутфит более интересным, добавьте яркие детали в виде аксессуаров. Такие комплекты вы сможете носить и прохладным летом, и теплой осенью. Запоминайте эти долгоиграющие сочетания.